Hey everyone, my name is Markiplier. Today we're gonna play Five Nights at Freddy's. So let's get started. Yes, Inspect that item in the bagging area. Please remove the item. You can now place the item in the bag. Please scan the Tesco club card. Йой. How's it going, bros? My name is PewDiePie. Ой, как-то душновато в комнате у меня. Ох, бля. Да похуй, ладно. Открой окно и все, что-то, блять. Modern problems require modern solutions. Ну, зато никто не ложится спать. Ну а так, погнали, погнали, да. Я, кстати, белый монстр ебашу. Всем нужно за что-то сражаться. Ты прям Вергилий. Или Дан. Да-да, я Вергилий. Ограбление. Я прослушала. А вот это явно не моя проблема. Тук-тук. Тук-тук. По башке себе стучи, блядь. Здесь. Я, кстати, в этой части буду пытаться за Бригитту играть, потому что давай. Я посмотрел, как оказывается, Бригитта это единственный, блядь, персонаж, за которого я до сих пор не умею играть в Overwatch. А я за неё редко играю, кстати. Осторожней за углами. Чё-то ты берега попутал, друг мой. Осторожнее мне как... за углами прямоугольника. Другой. Мне как-то, если честно, стыдно, что я до сих пор не знаю всех персов и прочее, поэтому я буду за нее теперь играть и учиться. Вот я надеюсь, что меня в этот раз, блин, нормально слышат, потому что меня опять, в который раз, меня вот перекрикивает то игра, то ты. Хотя последний раз именно игра перекрикивает. Пошла в жопу, маленькая шлёшка. Ваш флаг возвращен. Флаг развращен, ты тоже развращен. Ёб. Противник взял ваш флаг. Я чё-то вот сейчас что-то вот... О, я что-то немножко на слабую сыграю, правда. Но будем... Ух, блин. Надо... Свой организм бросает адреналин. Один, один. Кофе рядом нет, энергетиков тем более, но пока не буду себя... Я донес флаг, я мужик вообще. Сигма моё. Кому подлечиться? Два. Вергилий. Один. Флаг у вашей команды. Кстати, я 100 лет не видел эту карту, кстати. Она поменялась прям. Причем такое небо звездное, красиво стало. Ваша команда захватила флаг. Противник взял ваш флаг. Более актив. Один. Тварюки забрали наш флаг. Верните свой флаг. Верните наш флаг. Нет. Возвращаю флаг у вашей команды. Печи. Я это возьму. Вместе мы их сокрушим. Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор. Я больше не могу. Это тебе больше не понадобится. Сиди сейчас. Чтобы себя взбодрить, надо это. Шейкер-шейкер, поттимейкер. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я... А еще... А, кстати, тебе нужно самому попробовать за Бригитту. Это, по сути, как... Это то же самое, что Рейнхард, но она лучше его, на самом деле, намного. Чё, охуя, что ли? Она более мобильная. Это как... У нее мало ХП, но на самом деле у нее дохуище более хорошие способности. Вот это да. Ты, Мститель, поздравляю. Ваша команда захватила флаг. Давай-ка я тебя полечу. Рейнхард слишком медленный. Один. Зато угарный. Бьет она тоже пи... А? Зато угарный. И бьет она тоже пиздец как сильно, на самом деле. Она еще может оглушать. У нее тоже рывок есть. А ты раньше говорил, что... О. А ты раньше говорил, что... Ну, типа, она такая, типа, пизда скучная. Ну, так я никогда раньше за нее не играл. Бля, короче, я сейчас, наверное, следующие несколько игр за Бригитту буду играть. О, как Кирка тут. Бля, шлюху показали, шлюху, блядь, фу, блядь. Смотри, чё за пиздец. Нахуй, насилие на... Блядь, насилие над животными, YouTube не смотри. YouTube, отвернись, блядь.
Она макаку взорвала. I am the storm that is a pro... Блять, слушай! У меня идея вообще отличная. Какая идея? Что? Знаешь, все вот эти мемные видео, где начинается какая-то порнушка, и там Вергилий резко появляется и блокирует ее. А, короче, вместо дисклеймера, появляется дисклеймера, и его начинают разрубать, и появляется Вергилий. Бля, тебе нужно, короче... Что за параисо? Бля, тебе нужно все видео просто Вергилия вставить поверх, и все. Да вот именно. У тебя получится блокировка всего видео Вергилием. Да-да-да-да-да, кстати. Просто все видео Forsaken as I am awakened. A phoenix ashes are divine. Descending misery. Ой, бля, смотри, как интересно. Destiny chasing time. А я играю в мячик. Один тут. Я футбольный мячик! Я в футбол играю. Эй, смотрите, я играю в футбол в Бразилии. О, боже мой! Да всем насрать! Бля, красивая карта. Один. Мне нравится. Disappear into the night. Lots of shadows left behind. Obsessions pulling me. Aiding I've come to take what's mine. Ёбаный. Вызывайте священника, что за хуйня здесь творится? Вот это было видно сейчас. Потому что надо играть, блядь, как надо, а не как. Возвращаюсь в бой. Бой. О, нихуя, Москва Сити. Блядь, я же странно перепутал. Нахуй Москва Сити, какой нахуй Москва Сити? Fire at will! У меня, кстати, по-прежнему, хотя немного, но так подлагивает, овер. Но так, в принципе, более-менее. Потому что до сих пор не умудрился. Я понял, наверное, почему. Барьер слабеет! Я просто забыл снять. У меня корпус компьютера устроен так, что типа у него есть как бы решетка, но на нем есть еще дополнительная решетка с более мелкими, так сказать, ну, как сказать, щелями. Но ее можно снять на случай чего. Типа, для того, чтобы проверить компьютер. Все, по идее, не так должно вообще студить компьютер. Хилочку дашь? Да, еще. Нет, ты не дашь хилочку, ты побежишь, в врагов сдохнешь. Да. Что-то их какой-то. Опять какой-то. Надо вот, блядь. Ты даже не будешь в них стрелять, ты просто побежишь к ним в лицо. Ой, бля. Я просто пытаюсь дать себе пощечину. Я пытаюсь дать себе пощечину, блядь. Я как будто. Ожидаешь, что солдат у тебя начнет сам по ним стрелять? О, кстати, знаешь, я тебе честно скажу, я себе дал немножко пощечин. И реально, вот эти без шуток я тебе скажу честно, я более-менее я ободрился. Кстати, сейчас уже нормально соображаю. Он так и работает, да? Блять. Дум-д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 ум
блять. Она бы еще танец живота бы по крайней исполнила, был бы вообще. Самому-то смешно, нет? Ребят, Глеб расист. Они пожалеют. Герои, восстаньте. Ютуб, вот, заблокирую Глеба не за то, что он 18+ фир играет, а за то, что он расист. Это, на самом деле, намного хуже проблема. А детям он, а для детей он специально, для Top Kids, выкладывает видео, где Альма и Майкл Беккет на свадьбе, Порнхаб делают. На сатаническом свадьбе танцует. Порнхаб делают. Да. Я люблю Порнхаб. Я вообще люблю Порнхаб, на самом деле. Каждый день смотрю. И вообще, я не просто швед. Я... Вместе мы их сражаем! Да какой, да какой я швед? Я, как всегда... Пиво! Ты прав, Райан. Пиво Невское! Бля! Да блять, суп! Окей. Бля, может мне теперь вообще еще не ругаться?
как знаешь? Мне вообще... Где ты, блядь, вообще ходишь? Ты как туда попал? Там уже не играбельная зона, там уже никого нет. А, ну ладно. Мы уже давно в другой, в другом конце карты. Бля, у тебя 863 урона. Постарайся на неё напасть. На неё, Арис. Ты можешь напасть с это... Я воплощение со спины. Если у тебя получится. Держитесь со мной! Истинное созидание! Знаете еще, почему я так постоянно играю за рад? Это в знак протеста за то, что вы убрали, дорогие Blizzard, моего любимого Бастиона. Ну, одного из любимых вообще. Вот. Все сюда! Что это? Что это? Все, я такой кричу вообще вдалеке, и все сюда. И так, Сигма, что за... Пиво ясно. Ладно, возьму кого-нибудь. Разнообразие. Вот возьму маленькую-маленькую девочку внутри. Я в игре! Да, да, мы понимаем, можешь не уточнять. Можешь не уточнять, по тебе все видно. Ну тогда ты... я. Поражение. Я хочу сдохнуть. Тогда я поражение, да. Кстати, у меня Дива только что лежала, как в меме наелся, спит. Морис, который выглядит как Луис. Да, конечно, первую очередь. Свою судьбу. Я вот заметил очень странную закономерность. Чаще всего вот стараются убивать именно Диву. То есть, когда видят Диву, в первую очередь на нее целятся многие. Блять. Нихуя ты Америку, блять, Глеб открыл. Всегда на танков больше всего целится. Да. Открыть Америку еще раз. Нет, окно в Европу. Танки. Не, я все понимаю про танки, просто мне кажется, в особенности именно на Диву. Я не видел, чтобы так часто именно. То есть, ну, на Райнхарда, да, в принципе, тоже атакуют, но как бы это чуть реже встречается. Вот лично блять, Райнхарда не атакуют, потому что у него пиздец охуенный щит, который все блокирует полностью. Вот именно. Вот он настоящий Сигма, мега супер пупер, мега хорош, а Дива, она это просто мелкая вайфу, которая практически застряла в каком-то терминаторе, поел у бабушки, и теперь они вот сдружились, блядь. И как, блядь, по классике жанра, они как вот это, блядь, как зовут? Джеки Лон Хайд, блядь. Хотя не знаю, по-моему, такое себе сравнение. Дорогие зрители, я сейчас молчал, потому что я просто не могу comprehend тот уровень пиздеца, который он только что сказал. Да вообще, все, кто это слышит, они просто охуели. Это еще не пиздец. Это еще не пиздец. Вот так мне получилось, кстати, очень хорошо.